Значит, вопрос только в одном. Насколько... Нет, но они работают на аккумуляторах или на простых батареях? Без разницы. Значит, работают они, смотря какой. Есть на аккумуляторах чисто, есть на батарейках аккумуляторов. То есть это как бы... Ну, давайте разберем, где батарейки можно ставить. Где батарейки можно ставить, это вот модель. Она универсальная, она может и на том, и на другом работать. То есть у нее два сменных блока. Возьмите, пожалуйста. И какая модель, как называется? Кто? Вот это. Ты меня озадачил, сейчас не помню. 66. Шестьдесят шесть семьдесят восемь, да? И там уже аккумулятор, да, ставить? Там либо аккумулятор, либо три мизинчиковые батареи. В комплекте ничего нету? Что? В комплекте нет ничего? Ну как, в комплекте у него два зарядных устройства, от сети, от бортовой сети. Ну я имею в виду там батареек никаких. А? Батареек нет никаких. В комплекте у него либо аккумулятор, я понял, 18650, либо блок батареи. Ну, без батареек, но это блок. Ну, блок, я понял. Да. Это все в комплекте. Ну и две заряда. Почем такой будет? 1200. Ну, конечно, фигарит, мам, дорогая. Что тут? Дальность у него хорошая. Где-то метров 400 там. Как здрасте. А зум есть у него? Вон туда, смотрите, фокус, смотрите. Да. Я вижу, смотрите. Фокус меняется вот таким образом. Вот сейчас. Голову вперед-назад, ага. Меняет фокус. Вот. Ближний, дальний сектор. Не крутите вперед-назад просто. Вот, ага. Вот. Ага, вот сейчас видно. Я понял. Это универсальный фонарь. Остальные чистые аккумуляторы. Да, они помощнее, наверное, но... Вы имеете в виду вот эти, да? Ну, и эти тоже, но нет, ну вот нижний ряд нет. Ну, я понял. Нижние, это мощнее. Ну, просто вот здесь три модели. Аккумулятор встроенный, а вот здесь аккумуляторы встраиваемые. Понятно, да, разница? Вам для чего? Давайте сначала начнем. Я на рыбалку хожу, на ночь. Я понял, понял. Нужно дальний свет, ближний свет. Ну, как правило, метров 5-20. Метров 5-20? У меня вот удилище у меня стоит. Мне зачем туда светить? Значит, смотрите, есть несколько вариантов. Если хотите универсалку, либо вот. Если чисто ближний свет, так вот, вот идеальная штука. Такой вариант есть. Такой нет. Но похожие, вот да. Те, которые похожи, они все трехватные. Тоже там желтенькие. Не-не-не. Вот я говорю, все, которые похожи, они трехватные. А это 10-ваттник. Последняя модель. А вот в этих моделях, почему я показал на них, у них вот эта же технология заложена. То есть он может бить дальний свет. Ну, соответственно, все. А может бить ближним светом вот таким. Это должно быть много пропорций. Верхний почему? Значит, вот это 1500, вот это 1400. Они по мощности чуть-чуть. Я вас возьму. Под конец. Я думаю, у вас много ежей, да? Ну, в принципе, они есть, но там черт его знает. Не предсказывай. Если вы что, намекните мне. А, вдруг хорошо. У вас заканчивается, значит. Хорошо. Я в любом случае возьму. Какой тогда вы Я, скорее всего, что-то пользуетесь. Ну, тогда вот, мне как совет. Мне просто, как совет. Ну, как совет, вот не более чем. Да, не от того, что дороже, а просто... Хорошо. Ну, там 100 рублей. Я вас понял.